Я думаю, что прежде всего проект «Профессионалитет» – это комплексное развитие всей системы среднего профессионального образования. И прежде всего это возможность молодому человеку получить хорошую рабочую специальность, востребованную. И с одной стороны, а с другой стороны, это развитие нашей экономики, суверенной экономики, подготовки высококвалифицированных кадров. Максим Станиславович, а что для вас профессионалитет? Ну, по моему мнению, профессионалитет сегодня – это крайне важный проект, одна из ключевых историй, одна из ключевых таких движущих сил новой модели экономического роста нашей страны. Спасибо. Владислав Валерьевич. Калужская область почти 20 лет привлекает инвесторов в экономику региона. И на самом деле, привлечение инвесторов – это ведь не только инфраструктура, дороги, логистика, это кадры. Это первое, о чем спрашивают нас инвесторы. И профессионалитет – это возможность для наших предприятий подготовки высококвалифицированных, нужных, востребованных кадров. А для ребят молодых, конечно, это возможность обучиться и работать. Спасибо. Друзья, чуть-чуть покороче, нас много, времени не так, слишком нас хватает, все достаточно сжато. Андрей Ильич. Я считаю, что прежде всего с точки зрения работодателей это повышение конкурентоспособности наших компаний и нашей экономики в целом, а также, в общем, это очень серьезный вклад в глобальную стоимость наших компаний. Сергей Викторович. Ну, для меня это такой ядерный двигатель, ядерный реактор трансформации экономики страны. Да. Коллеги, можно я больше не буду называть? Пожалуйста, сами выберите, скажите, пожалуйста, что осталось у нас? Для нас это проект, в котором сошлись интересы всех участников. Это и образовательное учреждение, это и государство, это и студенты, и, конечно же, это бизнес. То есть уникальный проект, который объединил единой цели всех участников, и он крайне важен для работодателей в том числе. Если позволите, коротко отвечу словами ученика нашего металлургического колледжа в Череповце Алексея Попова, который написал нам, что «мне очень нравится моя профессия, особенно то, что она входит в проект «Профессионалитет». Мечтаю работать на Северстале по профессии токарем, как мой дед и прадед. Самое главное достижение, помимо финансовой помощи, нам кажется, что это повышение авторитета и статуса рабочих профессий». Спасибо. Да, спасибо. Ну, полагаю, что профессионалитет – это эффективная модель для того, чтобы молодой человек построил свой жизненный путь, карьерный рост. Это модель самореализации, ну а для государства это, наверное, модель повышения эффективности человеческого капитала. Очень чувствуется, что на собственном опыте, Анатолий Владимирович, обязательно потом поделитесь. Пожалуйста. Простите, я слоганом отвечу. На мой взгляд, это экономика, это развитие, это будущее. Вот такие три. Слово, мне кажется, которое характеризует это направление. Да. Андрей, если позволите, подхвачу про будущее. Мне кажется, это будущее наших детей, и это катализатор перезагрузки системы образования, в которой вот эта щепотка и очень активное участие бизнеса позволяет нам перезагрузить те процессы, которые требуют изменений.